Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Калининградской области совместно с сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России в ходе проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий задокументирована преступная деятельность организованной группы лиц, организовавших сбыт и изготовление наркотиков на территории города Калининграда. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и обыска по месту жительства одного из фигурантов обнаружена нарколаборатория. В результате обыска изъято оборудование для изготовления наркотических веществ, наркотические вещества, а также прекурсоры, из которых изготавливались наркотики. А сбыт наркотиков осуществлялся на территории города Калининграда и Калининградской области через сеть интернет путем осуществления закладок. По результатам оперативно-розыскных мероприятий возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц по факту незаконного сбыта наркотических средств и изготовления наркотических веществ на территории Калининграда и Калининградской области.